Свет, подожди. Слышь, когда домой придем-то, а? Я не знаю. Сочи, идем. Смотри, 23:43. Ноги болят. Уже это, без 15:12 сейчас пойдет. Уже это, 7 число. А нам еще это, выбираться. Смотри, это около бабушки стоим на Ленинском. Да профсоюзная, а мы там неизвестно, сядем или нет. Опа, а может в бабушки зайдем? Ну вперед. Я на середине перекрестка, видишь? Всеобщий хаос. Кошмар, а? Там трамваи стоят у рынка. Вон сколько их. Я сам не повезу. Ну что, Сереж, вот метро профсоюзное, да. А оно опять закрыто, университет закрыт, профсоюзное. Как ехать-то нам домой, а? До Ясенева пешком. Пошли пешком до Ясенева. Завтра к обеду придем. Пойдем? Так вот мама Павля как, у них ключей нет, может они раньше доберутся. Да, такой первый раз в жизни я вижу в Москве. Сколько? 12 минут первого. Ты посмотри, что на профсоюзной делается. То же самое, что на Ленинских горах, на Воробьёвых. Метро не работает. Послушай, зайчик. А мы в Черемушке дошли с тобой. Пол первого, Сереж. О, быстрее, быстрее. Ой, смотри, зайти можно. Быстрее. Какого я еще не видел никогда. Thank you.
наш ободранный. Танцы какие-то современные танцевали. Я таких никогда не видел. А ну, моя боярыня, а есть мои какие-нибудь танцы старинные, есть, которые есть. Царь-батюшка любит? Есть, есть, царь-батюшка, есть, конечно же. И на эту сцену мы хотим пригласить клуб исторического бального танца Ассамблея Виват. Взываем музыку. Thank you.